Во, вот это сейчас будет пизда. Камнем зам... Нет, Саня, иди сюда. Да я Саня, сам, подожди, я в каске. Такой я ж про то же, блядь. Да, Саня, давай. Стой, иди назад еще. Назад, Саня. Саня, иди сюда. Давай. Оп, раз. Два, три. Не разбивается. Ебань. Хуёво еще раз. Ебань. А, бейте сильнее, у вас получится. Все четко, блядь. Ой, Санька, дай. Что там? Ну, бейте сильнее, у вас получится. Mm. А, так это. О! Все, он упал. Вставай. А, даже такие еще вещи тут сделал. Бля, прикольно, механику игры оригинально. Что вам мешает сделать? Это геометрия, да? Просто игнорируйте ее. Так, ну так, что-то. Палкой. Чал. Ломать будем сейчас. Ну, возможно. А, давай. Понесли. Ну. А ты куда? Наверх или что? Наверх, да. Саня, давай. Рамшит, джамшит. А, ну, Саня. Давай, я держу тебя. Давай. Мне все-таки кажется, не сюда это. Подожди, смотри, если мы вдвоем с одной стороны возьмем, что третьего мы можем. А, нет. Подожди, или, отпусти, или, не или, тащи наверх. Или кол. Она... Ну вот так, она не нужна там нахер. Кол в заднюю. Мы сейчас перелезем. Давай. Спорим, нужно между прутьями воткнуть, блять, и повернуть ее, чтобы сломался. Так неинтересно. Он, кстати, ломает. Ты там тантрумом ебал, что ли? Да. Вот он, блядь, пришел. Все, и поворачиваем ее. Никто не схватился. Чего ты силен? Что я первый? Ну. И держись. А разве не камень туда надо класть? И давай, друга ко мне. Подожди. Сцепился. Ща еще раз запустим несы. Не, надо с кирпичом. Одному неинтересно лететь. Надо сделать так, чтобы она с обрыва еще не вылетела. Надо камень кинуть, чтобы стенку здесь пробить, мне кажется. Ну это да, а можно еще по-другому. Тут, короче, на этот щеколду закрыты ворота и есть ломик.
Надо еще колду поддеть. Я не пойму, как ее, можно ли ее закрутить, или мы уже проебали эту возможность? Не-не, можно, можно. Она крутится, я ж поворачиваю. Блядь. Вот это тут взломщик. Просто медвежатник. Ты знаешь, кого мне это про? Гордон Фриман. Подожди, я буду зомби сейчас, давай. Разыграем начальную сценку. Иди, спрячься там в этой хуйне. Прям там спрячься? Подожди, я хочу это тоже видеть. Я нападу на тебя, блядь. Подожди. Кто Гордон? Гордон Фриман где? Вон он там. Здесь. Здесь, вот здесь. Я. Сейчас, погодите. В главных ролях. Я. Все готовы? Камера, мотор. Выходишь, слышишь, выходишь и направо поворачивай. О, я иду, иду. О, иду, иду я. О, иду. О, нет, нет, получай. Да. И трахать быстрее. Теперь я Гордон Фриман. Спасибо. 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 Иди подевай свою. Я там катапульту зарядил. Ну так стреляй, а чё ты? Камнем. Не, лучше человеком. Или не зарядил ещё. Санч, а завтра почта работает? Вот, я думал, она в воскресенье будет работать. Раньше так было. Ой, блядь. У них раньше график, короче, поменялся. А теперь типа будет до 8, да, опять суббота, воскресенье. По-моему, до 6. Они раньше были с 9 до 3, но работали в субботу. Там до 12, что ли. А теперь типа, суббота, воскресенье у них выходной. Мне две посылки сейчас сказали, что уехали обратно. Типа вы давно, говорит, не забирали. Я говорю, что прикалываюсь, я несколько раз в неделю приезжаю. Так что, ну опять очки мои уехали или не приехали, я хер его знает. И, ну, если верить сайту Алей, то эти приехали, лысые парики. Да что ж ты, это сраное, это катапульта. Это не катапульта сраная, тут дверь сраная. Ты еще взламываешь там? Ну тут пизда. Блять, я сорвался. Мне руки придавило. Ты полетишь? Сейчас. Да что такое? Я готов. Ну почти.
Медвежатник сдулся. Да. Камень заряжай. Запускай. Присадите? Не-не-не, мне нахуй там ничего. Синим еще припечь. Ну давай. Тихай. Хорошо, и в каске был. Огонь! Отчет! Да что ты, мы? Надо, короче, я вот прям... Назад чуть откати. А, ты... Не-не-не-не, да, ты да, этот... Да, пусть сейчас... назад откати. Не-не-не, ты сейчас до конца ее этот откати, я поставлю, и ты чуть-чуть ее подыми. Можно что ли? Она вот стоит, сам... она сейчас у вас укатится на собрание. Не-не, там камень стоит перед ней. Нет, камень, не... потому что это я молодец положил. Но она, я вот отсюда вижу, оно... я отсюда вижу, она катится вперед вас, слышите? Мы и отсюда видим, что накатится вперед. А, ну, что? Че, толкнуть хочешь назад? Ну, а так она вам заебись, как толкается. А, хорошо. Саня, чуть так. Левее от нас. Вот. Еще, чуть-чуть. Еще левее, чуть-чуть. Чуть-чуть левее. Не туда, другую. В другое лево, Саня. Еще. Да вот так нормально. Ладно. Пошёл. Тихай! Это был точно выстрел. Саня! Че, я, блядь, с обратной стену там строит. Давай еще. Хорош, хорош. Я сейчас ну, куда? Вручную расшибу сейчас все. Блядь. Фух. Оп. Все? Займись. Рыляй. Яволь! Сука. Назад. Сань, строитель хуй, блядь. Делай. О, давай, стреляй, две. Пизда, что она за стена такая? Саня, ты заебал ее ремонтировать. Марио, блядь, на технике хера. Ну шо, пойдем просто убьем. Ах, какие-то. Саня, что там делаешь? Жизнь нам портит. Держи, пидор. Ура! Ура! Пятишку, пятишку! Давай, дай пять, подожди, да? Пятишку! На нас напали! Здрасте. Так, здесь вот с этой херней что-то. Таранить, наверное. Это не, это надо доставить в соседний город. Хуярь, блядь. Подожди, эти ворота открой, подожди. А. Ты-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти.
А, сюда, наверное, чтоб наверх запрыгнуть. Ты хотел сказать, я просто так ворота открыл? Да. Ладно, запрыгнул, прибежал. Что, не открывается? Может, конечно, попробовать поддеть их. Ведь тоже не открывается. А, ну тут деревянная хуйня. Сейчас мы все починим. Так, а хочу обратно. Тут нельзя быстро залезть. Что-то нет. Я вон там в башне дверь есть. В воде, короче, тонешь, ребята. А тут, слышишь, тут... А, доска это... До двери, да. Саня! Ау. Саня, давай! Ну что там, ничего в этой башне нет, что ли? А, так юбка. Надо сюда эту повозку гнать. И на крышу лезть. А с крыши по этим фонарям прыгать, прозанить. А, да. Как вы? Молодец. Толкать. Уебу! Подходи ко мне, дурак! Зато и не долетел. Ла-ла-ла-ла. Саня, давай. Да я что-то тоже не особо долетел. Все хорошо. Даш, смотри, перепрыгнул. Бля, вы камень сломали, блядь. Ну, конечно, кто, блядь, виноват. Саня, это все, блядь, ты. Блин, так нечестно, я столько пропрыгал. Блин, а мне еще мысль пришла в голову. Нет, хуёвая идея. Я почему-то подумал, подожди, доска не должна тонуть.
Охуенный парень. Чего, я думал, мало ли, может, сейчас доску воссоздать сцену из Титаника? Ты камень проебал, что ли? Бля. А, все нормально. А что такое? Треснулся? Ох ты ж, Сашка. Я нечаянно. Ох ж, Сашка, ох, сукин сын. Ой, а вон можно еще один пригнать. Че, мы в ворота его вышибать? Хуяли. Так, на домики чекнуть. Ну что ты жопой вихляешь там? Блять, что за мерзкая хуйня? Извини. Все равно нужно подгонять блок вон туда, чтобы перелезть. Давай подгоним. Давай. Тут там все языком чесать гораздо. Угу. Что-то у меня, блять, замок не ломается нихуя. Я сейчас обосрусь один на толкать. Михаил, замоколоматель, иди сюда. Все, я устал. Миша, иди ломай. Где пион, пидор красный, карабкается? Ну, он там лезет. Видишь, вот очко свесил. Вот не, чтоб помочь. Давай, давай, Сань, заебись. Только я ничего не делаю, но давай. Он там на камень лезет, блин. Саня, давай. Саня! Ты, блядь, идешь замок ломать-то? Отстань. Меня, блядь. Саня. Иди, ломай. А ты что, не можешь замок сломать? Не могу, иди, блядь. Ну толкай эту хуйню. Я, в принципе, научился тут залезать побыстро. Где он там? Через мост. А есть чем? А, там камень лежит. Чё-то, подожди, меня за... Это ясный взгляд меня пугает. Подожди, подожди, подожди. Тут... Ой, тут есть наковальня. Можно въебать кого-нибудь наковальни. Ёб твою мать. Там пизда. Сашку не скоро ждать? Я как будто в жизни. Хорош, смотри. Реалистично, говорю. Пидор, что ли? Саня прилетел. Вот ты пидор. Бля, что здесь происходит? Я ему отдал лучшие годы жизни, а он... Нахуй, я никого не... Карас. Вон, тяни меня, блядь. Тянешь? Да. Пидор, тяни давай. Не думаю, блядь, отстань. Ой, Сашечка, отпусти. Слушай, тут какая-то заморочка. Давай, блядь, сука. Заморочка. Друзья, как это шнега пользоваться? Ну.
Иди прыгни в воду, долбоёб. Не хочу, блядь, потяни меня. Сейчас, тяну. Ты мудак, что ли? Ну я иду, подожди, тянуть. Ты, блядь, здесь проходил, куда ты идешь, сука? Ходит тут пидор красный. Пошел нахуй. Сам, блядь, пошел. Подожди. Я не понял, куда дальше. Наша бочку надо сюда. Не-не-не, бочка, она сюда не перелетает. Ну вот иди старайся, перелетела. Не-не, нужна бочка здесь. Блять, ну бочка не перелетает сюда. Просто не умеешь. Во всяком случае, у меня не получилось. Это он так отмазывается, чтоб не идти. Потом форточку. Лови, блядь. Саня-то немножко не то. Ай, ну мне надо перевернуть на бок, чтобы она скатилась. Конечно, конечно. Сейчас, блядь. Она это почти появляется сразу же как. Сань, почти. Сань, вот близко было. Все нормально. Там были или нет? Бочка еще одна, я вижу. И вот это вот, слышишь? Иди, может, мостик попробуем сделать. О, поймал, смотри. Санёк, отойди. Надо мостик сделать. Зачем? Затем, что я доску притащил сюда. Так, куда здесь? То есть я тут пытаюсь мост сделать, а вы там уже ушли? Там просто можно перепрыгнуть, блядь. Ёб твою мать. Сань прилетел. Топ колпотис, блядь. Я зацепился. Если бы еще головой не пиздила его об скалы. Блять, что-то замудень-то с крюком. Блять, тут психопат, слышу. Маньяк с крюком. Сань, ты как? Держись, я иду.
я что-то желтого педика не вижу. А где он? А я знаю, где он. Сзади. Да-да. Там есть что-нибудь наверху, нет? Сейчас я еще второй круг иду, подожди. Нет, просто крыши, ничего особенного. Ой, я сюда. Ну, за прикольно. Три слота. А, так, блядь, надо это. Может, за веревку зацепиться надо? Нет, это ничего не даст. Эх. Походу надо. А, качели надо сделать. Да. И туда он слетать. Только что-то наверху делать ехать. Катапульчели. Потому что нам по идее вон туда вон вниз надо. Видишь, там внизу тоже катапульт. Саня, ну не туда, я сидю, мимо, во. Чуть-чуть. Ну. Просто неудачно, неудобно взяли, подожди, давай, не плачь. Он молится, сидит. Ебать, и что, нам крюк нужен или так можно зацепиться? Охуенно. А, а подожди, тут же что-то есть? Да, мне кажется, что тут под этой хуйней. Хуйня, понятно. О, ебать. Так мы живы, блядь, вон туда, вон наверх по это лесенка. А так что за нихуя нет? Блин. Он еще скатывается. Ебать, лыжник. Сейчас, походу, я что-то обвалю. А ну. Давай, блядь, катись уже. Бум! А, блядь. Я ловлю. Оп! О, хорош! Все, я поймал. Чё, запуливаю и дверь открываю. Ну. Давай. Я доверяю тебе. О, Супермен! Ну. Ты питер, что ли? Дёргай, блядь. Да, пошёл. Ёпта, блядь. Нормально. Нормально. Или нет? Нет. А не. Оп. Деня мастер. А, теперь надо еще в дырочку попасть. Охуеть.
Иди сюда, дырочка, блять, мостик сделаем, да и все. Нет, я хочу в дырочку попасть. Сашечка, надо же в дырочку попасть. Я уже пас. Вот сюда слышно, на камушке поставить ее. Саша, не верь ему, Саша. Ой, блядь, как ты нахуй туда попала, Саня? Ну выходи. Стой, не шевелись, подожди. Ну. Все, я тебе помогу. Что-то я, блядь, мне кажется, мимо пролечу, она кривая. Может, ты, блядь, все кривые. А, все, выход. Вы не пройдете сюда все равно. Рот закрылись. Кто, блядь, не пройдет? Ты, блядь, не пройдешь. Пока я не упаду вниз, ты не пройдешь сюда. Я, блядь, везде сейчас пройду. Сашка. Саня помогает, да? У меня слов нету, как Саша помогает. Блядь. Дай бог всем такого работника. Решил сразу наверх залететь. Или просто стал. Кстати, как Варик. Вот это вообще топчик, слышишь? Доска еще улетела. Такая борьба. Мне всегда нравится, блядь, что ты все время почему мышку вниз опускаешь, блядь. Ой, нихуя! Это было унизительно. Я только не понял, меня душит или в рот ебет? Саня, я тебя спасу. Все, отпускай. Кто первый заснет, тот лох. Я лох. Сука, впереди у меня. Сашка принял удар на себя. Помашите, дядя Миша, в камеру. Скажите всем спокойной ночи. До свидуси. Так, 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 а теперь потереби сосок. Гуфи закрывает сосочек, не видно, к сожалению. Гуфи закрывает сосочек? Что у тебя там происходит? Всем добра.